Ребятушки, всем привет, с вами Рамзес. Перед началом, пожалуйста, поставьте свой лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Мне очень приятно, вам не сложно, это мотивирует делать новые ролики. Сегодня продолжаем играть на паблике «Питерская перестрелка». Вот такой, ребят, прикольный новогодний скин, то есть, ну реально круто, ребят, согласитесь. Карта прикольная, то есть мы раньше здесь играли, ребят, вот я здесь звезда сервера. Так что заходите. Так, синяя какое-то. Какая-то Ксения. Прикольный, кстати, серочек, ребят, новогодний. Все, можете заходить, играть вместе со мной будет. Давайте поставим, даже не знаю, что. Давайте вот этот поставим, даст этот. 2000 не хочу. Ну, вот эти вот карты поставим, какой-нибудь из них. Надеюсь, это не это. Сейчас мы чекнем, даст 2, 2 x2, посмотреть информацию. 2014, то есть 2014 не будем выбирать. Сейчас мы возродимся и поубиваем. Так, Б, давайте попробуем на Б поиграть, посмотрим, что это за мапа, что да как здесь. И вот так, ребятушки. Так, за контр террористов зашли, за КТшников. Сейчас попробуем побегать, посмотреть. Так, здесь плент на Б только открыт, ребят, только на Б открыт, и все. Так, все, получается. А, первый раунд на ножах, я так понимаю, да? Разминка на ножах, рестарт через 30 секунд. Ну, в принципе, да, на ножах, скорее всего, первый раунд будет. Так, и мапа только Б открыта, а там на Лондон, вот это вот все закрыто. Ну, сейчас мы это все проверим, посмотрим, что это как. Так, давайте мы это сейчас возьмем. Блин, убил меня. Так, ладно, сейчас РС будет, то есть подпишем РС, обнулим счет свои, все, через 10 секунд начнем катать по жесткому, ребятушки. Так, давайте. Все, рестарт через 1 секунду, все, давайте купим Дигл, патроны и Б8-2, ну, броню, ребят. Побежим. О, мне, кстати, гранаты бесплатно дались. Это вообще просто сразу флешку бросаем туда. И надеюсь... Как он меня увидел, если я флешку бросил? Йоу, ребят, что за дела? Ну ладно, давайте магазин сервера, парашют. Это нам ничего не нужно. Настройки сервера также не нужно. Обычно оружейка VIP тоже не нужно. Меню. Так, это все доступно. Выдача привилегий. Давайте супер админку дадим. К примеру, вот Ксении. Ксения, вот, давайте Ксении дадим супер админку. Сможете, если купите владельца, выдавать, ребятки, привилегии. А владелец здесь стоит, сейчас скажу вам сколько. 200 рублей навсегда. Это изи, ребят, согласитесь. Так, с меню сера, выдача привилегий, элитное оружие, там прикольно, вот, то оружие. И, в принципе, все. Так, давайте B8-2 я куплю. Побежим, так, с N. Давайте свип меню возьмем авик. М4, Б4, 3, 4. А, чё? А, со второго раунда доступно. А, это в смысле? На, может, после второго раунда? Не знаю, ну давайте чекать. Чё здесь, да как, ребят? Все, я остаюсь 1-2. И они пойдут только на Б. Так что пойдемте на Б, будем ждать около Б. Так. Вот, да не, блин, я не успел, я только увидел голову, ребят. Так, вот, с ВСК он уже ходит, Б8-2, давайте Н3, Н4. Что-то не работает, не знаю, давайте тогда Н, элитное оружие и ВСК давайте возьмем. Все, жопа всем, ребят, спецназ победил, все, сейчас мы, это ВСК, ребят, прикиньте, на ЗМ сервере, ой, на паблик-сервере ВСК, это круто. Это вообще крутой день, согласитесь. Так, давайте мы сюда, дайте привилегии, плиз. Вот так, ребят. На изи. Вообще просто. На изах нагибаться с этой ВСК-шкой, ребят. Там еще есть одна пушка прикольная, также я вам ее покажу в начале следующего раунда. Вот, как она выносит. Вообще по-жесткому. По-жесткому выносит, ребятушки. Так, перезашел, что-то и возродился. Наверное, типа такой админ. Так, Б8-2, давайте Н6 и возьмем вот этот вот. Б6, где он? Вот, ребят.
Он вообще быстро очень стреляет, скорость дает. То есть, ну прикольно, сейчас вы посмотрите это все. Я вам покажу. Такс. Такс, такс, такс. Тут-то куда нам идти, я не знаю. Не знаю, не знаю. Может, они на спауне пошли или через мид пошли. Я. Ну, давайте. Скорее всего, через мид пошли. Такс. Пойдемте через мид. Ну, вот так делаем. Опа. И через мид. Все, мы выиграли раунд или что? А, я остался один на один, я понял. Так, а он где тогда? О, ясно, я понял. Так, ну, вот так делаем, опа. Опа. А бомба, я даже не знаю, где бомба. Так что давайте. Давайте покрадемся, ребят. И вы видели? Вы это видели, ребят? Напишите в комментарии, или вам понравилось. Ну блин, ну прикольно получилось, я сам не ожидал. Ну вышло прикольно, 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 прикольно. Так, я вижу, там они ушли. Минус один. Чек, вот, новогодний такой, ребят, вообще прикольно, то есть, ну супер. Так, и второй. Вот он. На язык, ребят, нагибайся, если вы купите такой, блин, вообще просто супер будет. Вот, еще 6-0 просто, ребят. То есть мы вот так делаем. Опа, опа. И все, и обходим их. И все, ребят, изи, изи просто. Изи-бизи, реал толк. Сейчас, смотрите, ребят. Давайте попробуем ножи сделать. Так, ух ты, ребят. Мы продолжаем, я остаюсь один в три катать. Мы сейчас посмотрим, что из этого получится. Чувак перезашел. Нам нужно этот раунд затащить. И как-то вот так незаметно прокрастись туда. Они сейчас подумают, что я буду там. Все, отлично, они. Сейчас, ребят, смотрите. Смотрите, что сейчас будет. Мы ждем их здесь. Они придут только сюда, в любом случае. И мы их завалим, так сказать. Завалим, завалим, завалим. Там, здесь, где они, их, вот они, сейчас они, может, сюда будут идти, давайте, нет, они через стенку, скорее всего, вот нижнюю пойдут, но мы, где, я даже не знаю, где здесь засесть, ребятушки, чтобы вообще беспалевно было место, и просто их нагнуть, вот, давайте здесь засядем и будем ждать, так, пока что их не видно, ребят, а, он один остался, какашка. Как так, 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 какашка. Он меня откуда? А, сзади, блин. Ну ясно, ну давайте последний раз, ребятушки, скатаем. Б8-2. Сейчас, смотрите, я по дороге возьму 6 вот эту вот оружку крутую. И мы остаемся, ребят, 1-3. Сейчас будем тащить просто по-жесткому. Просто по-жесткому сейчас затащим, ребятушки, с вами. Минус один, минус два почти. Ну ладно, в принципе, ребятки, надеюсь, вам понравился такая новогодняя серия, атмосфера новогодняя. Так что заходите играть, покупайте привилегии вместе со мной играть, ребят. Значит, щит купил, посмотрим, что из этого получится. То есть, и, блин, и все, я думаю, можно будет заканчивать на этом. Прикольный сервачок получился. Давайте, пускаем ПТ-ш. Ой, у нас. Давайте, где он? Ой, а ведь, а как? Ну чё, как, ребята, не понял. Ну, в принципе, все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был я, Рамзес, всем удачи, всем пока. Пока-пока.